Ну что, зрители, пришел Баська. Ко мне поближе, да, Бася пришел? И что могу вам сказать? Неудобно мне с Баськой работать. Никакого планирования не напишешь. Потому что у Баси свои планы, а у меня, Баська, мои планы. И ты, может, все помнишь в своей голове, а я ничего не помню. Понимаешь, Бась? Волохатый ты мой. И как мне быть, Баська, вот это вот? Вот как мне быть, а? Вот так придется. А что ты думаешь, Бася? Мне ж надо как-то делать работу. Ой, еще и подбивает. Ой, гляньте, написала. С Баськой. Вот так, зрители, мы с Баськой работаем. Вот так вот Баська хочет внимания. Вот все, жизнь остановилась. Вот Бася хочет к себе внимания. А Бася что, хотел внимания? Терпи. А что ты думаешь? А что, Баська? Да, так бывает, Бась. Ну что ты тут лег? Ребятенку, скучно. Скучно моему мальчику. Скучно моему мальчику. Моему пушистику скучно. Ну что, зрители, придется его затискивать. Вот так вот. Все, работы нет. Жизнь остановилась. Ну что поделаешь, а? Ну люблю вот это. Люблю, люблю вот это. Люблю вот это. Вот это люблю. И терпит же, терпит, терпит. Терпит. Бас, осторожно. Там вон колючка, зрители, где он там. Вы слышите? Бася, резинка здесь ни при чем. Все, ушел Баська. Баська ушел. Достала, да, Баська, достала Баську. Баську достала. Да, Баська достала, достала тебя. Скучающий мой. Баська. Бось. Гляньте на него, на эту прелесть. Обиделся, что ли? Лежит такой. Ворсинки по всему дому. Надо Баську расчесать, да, Баська? Повырывать волос немного с Баськи. Я не могу, зрители, ну гляньте на это чудо. Лопатуськи такие. Нервничает, правда, малёха. Буська, люблю тебя. А вот Килюська. Видите, какая красивая шерстка в шерстку, ничего не торчит, ничего не опадает, потому что Килюську не трепала. А Баська, он, видите, какой затрёпанный. Повырывала сколько волосинок. Люди. Зрители, это только Баська умеет мурчать и нервничать. Вась, что не так, что не то, а?
Это чей желудок, Бася, твой или мой? И что это было? И что это было? Все уже, Баське терпение. И что, ты меня не любишь? Ой, Леньки, зритель, любит, любит. Любит вот это вот. Пухнастик мой. Любит, а ты меня любишь? Видите, Васькин зуб? Достал уже, что ли, Вась? Ладно, не буду я тебя трогать. Глянь на него. И что ты хочешь сказать? Вась. Я же к тебе, попа, не поворачиваюсь. Вася, за такой массаж люди бешеные деньги платят в салонах. Буська. Ой, настоящий мужчина терпит женщину. Надо выпылесосить Баську. Мы с Баськой вместе. Или Баська со мной. Бась, ты чё нервничаешь? Ну сам же здесь лёг, а? Что ты хочешь? Ну, Баська же шлёх здесь. Бась. Щекотно, что ли? Ой, мужичье, мужичье, вот здесь вот между ножек, любитель по животику, такой любитель здесь вот это вот, любитель такой мальчик. Мужичье здесь по жопке не очень любит. Идет коза рогатая за маленькими кисятами. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, шпалы. Едет поезд запоздалый. Из последнего вагона посыпался горох. Как там дальше? По-моему, куры начали клевать. Утки начали щипать. А что дальше? Дворник начал подметать. Ой, не помню. Не помню, зрители. Все уже. Давно не делала. Баська. Буську, 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 буську. Бась, хвостом убьёшь. Боська. Бася ручку в рот взял, в зубы.